Вов, смотри, хочу записать тебе видео такое. Блин, ну реально же обидно иногда становится. То есть, то ли я дебил, то ли и лыжи не идет. Но смотри, ситуация следующая, смотри. Видишь, сеянцы. И хоп, нету, да, сеянца? Ну вот реально нет. И смотри, я тебя вон приближаю. Смотри внимательно. Видишь семечко? Блять, ну я же не могу ее заставить, чтобы она вылупилась, правильно? Ну вот она лежит, ей хочется так. Смотри дальше. Опа, две семечки лежат. Ну, паучок какой-то ползает. Ну, фиг за него. Видишь, две семечки лежат, не взошли. Ты же понимаешь? Вот семечко лежит. То есть, а видишь, сеянец сдох, один, и семечко осталось, понимаешь? То есть, ну, реально хочу сказать свое оправдание, что, ну, не я здесь как бы неправильно что-то делаю или, может быть, дебил. Как бы есть факторы некоторые, ну, на которые я не могу никак повлиять. Видишь, даже вот тут вот, вон там, вон, видно, семечки лежат.